Нож тарпан. И этот нож с клепкой. Рукоять орех. Стянут винтами. Вот такая необычная форма у данного ножа. Здесь, видимо, подпальцевый, да? Выемка. Небольшая фаска сверху снята. Чуть не порезался. Покрытие серый Stonewash видим. То есть это уже не полировка. Но надпись, логотип. И лицевидные спуски. Вот так выглядит. Ну, бюджетно, для своих денег вполне достойно. Ножны на клепке. Логотип компании. Здесь прорезь под ремень.